Всем привет! Мы находимся сейчас в клубе импровизации. Я Наталья Розинова. Это телепроект реалити-шоу «Шаг со звездой». Специально для телеканала «Step to Step» со мной рядом победитель 5-го тура Тигран. И мне очень бы хотелось узнать, очень интересно, Тигран, на чем сейчас работаете и какие дальнейшие ваши планы вообще? Добрый день. Добрый. Работаем сейчас над проектом. Было много уже предложений, чтобы написать песню, сделать, как говорится, аранжировку, сделать клип, там ротация на радиостанциях, телевидение, фотосессии, там, и аквафотосессия, и классическая фотосессия. Ну, много-много интересного. Я думаю, что очень скоро наши дорогие телезрители, наши и даже наши друзья и все будут это все видеть и слышать. Дай Бог. Отлично, я Тиграна поздравляю. И как ощущения после победы? Ну, знаете, я такой человек, конечно, для меня любая победа, это считается радостью, да, там, я благодарен за это Богу в первую очередь, а потом уже своим родным и близким людям. Ну, как сказать, у меня не как у многих, как бы, артистов, когда вот, если победа, ой, там, ну, я думаю, что достойное оценивается достойно, вот и все. Конечно, Тигран, вы, безусловно, талантливый, и я вам пожелаю удачи во всех начинаниях, направлениях. Мы очень рады сегодня вас видеть. Спасибо. И специально для телеканала Step to Step со мной рядом Тигран, победитель 5-го конкурса «Шаг со звездой» реалити-шоу.